Привет! Вы когда-нибудь делали заказ на сайте магазина Fix Price? Я как-то месяца два назад думала там посмотреть, ну как-то заказать, но что-то там как-то очень геморно было, там что-то доставка платная была на тот момент в магазине, если забирать. Минимально 900 рублей надо было набирать, я думала, блин, мне столько всего и не надо. А тут что-то я, значит, позавчера буквально проснулась с бессонницей, можно сказать, уже вчера. По временным меркам вчера. И лежу так, что-то лазаю в телефоне по всяким сайтам, ткнулась на Фикспрайс. После того, как меня намыла очередная рассылка от них пришла. И что-то лазаю, думаю, а сколько у них сейчас минимальный заказ? Ну, думаю, может, что изменилось. Минимальный заказ 500 рублей, максимальный заказ 15 тысяч. Кто-то на 15 тысяч набирает. И можно забрать прямо с магазина, который ближе всего к вашему месту бытия. Но у нас в городе единственный магазин. К моему месту бытия он не особо-то так ближе, но в сравнении с другими городами, он ко мне все-таки ближе, чем, допустим, Фикспрайс из какого-нибудь, допустим, того же Ярославля. И я накидала себе кое-чего. Но у них минус. У них нету мобильного сайта, именно как мобильный сайт, допустим, и Фраше вариант мобильного сайта, сайта для заказа с мобильных телефонов, со смартфонов. Но у них есть приложение. И, значит, я установила это приложение, но если вы, допустим, вот на Озоне делаете заказ, и у вас в корзине что-то болтается, то в приложении озоновском тоже будет в корзине что-то болтаться в вашем аккаунте. Здесь же такого нету. Я пока не поняла, можно ли в приложении вообще делать заказ, чтобы вот так же оплатить, как на сайте. Там вот, ну, на самом деле, оплачиваешь там в магазине, сформировать заказ именно из приложения, но с сайта можно сделать заказ, зайдя в свой кабинет. Я даже вспомнила, благодаря всему этому, к какому именно телефону у меня привязана карта. Карту я не достала. Я ее, может быть, сфоткаю в Инстаграм, скину, ну там номер только закрасю. Мало ли что вам. Где? Ну или что там вообще можно закрасить? Она такая запотопная, эта карта. Я ее получила еще, может, в 2015 году. Вообще, когда только-только эти карты тестово водились. Я тогда что-то помню, накупила рублей на 500, но мне выдали эту карту. И там за все это время очень часто менялась эта система баллов, то больше, то меньше, то списывали еще до того, как я их успела потратить, то еще не успела даже потратить, они уже списались, по большей части списывались. Все делалось как бы обмануть покупателя. Ну да, это много где что делается. В итоге я на сайте много чего заказывала, выбирала, у меня глючил этот сайт, я удаляла одно, удалялось другое, добавляла одно, удалялось опять чего-нибудь. И в итоге я вот сформировала, вот, ну, в принципе, то, что удалилось, я поняла, что оно правильно сделала, что удалилось. Потому что осталось именно то, что действительно мне было нужно. Я решила, что как бы, ну, если получится сделать этот заказ, посмотрю, что будет, сделаю обзор. Потому что, как я в итоге поняла, в Угличе у нас первый только я. Впервые заказывала заказ через сайт именно я. Одна, может быть, кто-то еще делал, не знаю, может быть, на меня действительно все-таки кто-то этим занимался. А если вдруг угличские люди, которые, я знаю, что несколько человек меня каких-то смотрят, иногда вот кто-то в стриме выпрыгивает с фейковых аккаунтов, дайте знать, если вы тоже так вот делали. Я вчера ездила забирать. Но, как я говорила в предыдущем ролике, благодаря некоторым людям, не очень хорошо относящихся к своим детям. Я считаю, что это вообще какое-то пренебрежительное отношение к болеющему ребенку, точнее, болеющего ребенка. Вот, короче, из-за некоторых людей я тут слегка прихворнула снова. И делаю обзор заказа уже сегодня. Так как у нас в магазине иногда в некоторых местах такой бардак, что цена есть, вещи нет, или вещи есть, цены нет, или вообще ее не видно, и она где-то убрана, даже если есть, то я решила, что в принципе, сначала-то я думала, что вот все, что есть, оно, ну, как бы там можно какие-то товары исключительно на сайте заказать, вот можно, а какие-то товары можно только в магазине купить. И написано было, что цвет, количество и т.д. и т.п. не совсем, возможно, соответствует тому, что на самом деле есть наличие. Мне на следующий день, можно сказать, с утра мне что-то около 9-9 чем-то мне позвонил человек с сайта, с Фикспрайса, и, слушайте, очень хорошее обслуживание, учитывая, что у меня монитор у этого дурацкого телефона ДНСовского за такие-то деньги, такое-то зависающее. Короче говоря, он у меня завис, я не могла сдвинуть это тут.
У меня два раза уже так было с человеком, которого я знаю, и с новым непонятным номером. Я думала, что он у меня завис, и из-за этого мне не опознается этот номер. Билайновский, кажется. Короче, мне позвонили. Я вроде как сняла трубку, но у меня так все зависло, что я вообще ничего не видела, не слышала там. И в итоге это все сбросилось. Мне перезвонили, спросили меня, значит, очень вежливо, все хорошо, так сказали, что вот вы там мисочку там хотели такую-то, такого-то цвета у нас нет, есть другого, еще салфетка термо, типа, ее тоже именно такого дизайна нет. Я думаю, мне, в принципе, как-то фиолетово было именно на те две вещи. Я сказала, что как бы совершенно без разницы, что будет. И вот внезапно синий цвет оказался цветом морской волны. А та штучка, ну, не очень отличалась от того, что я изначально выбрала. Так что все очень как бы вежливо, хорошо. И если вы думаете, что вы туда пришли забрать свой заказ и оплатить его на кассе, можно, кстати, оплатить картой либо наличными, и вам дадут это все в пакетике, нифига, вам дадут это все в корзиночке, как если бы вы ходили вживую по магазину и выбирали. Ну и вот я говорила, что некоторые вещи там просто как бы, они, возможно, есть, но вы их не найдете, или их не выставили, или их так положили, что не найдешь. Но вот какие-то вещи я там тупо не видела, на сайте увидела, решила, что думаю, вот раз они есть на сайте, значит, можно заказать. И вот каждый определенный город там вывешивается. Допустим, если бы я в Ярославле жила и поставила Ярик, у меня бы немножко другие товары были онлайн в заказе, что можно заказать. Но в Угличе вот какие были. Видимо, меняется из-за того, что вот действительно есть наличие в магазине, и оно как бы отмечается, вот каждый день там обновление написано на сайте, что идет, что вот, допустим, кто-то что-то купил, этого уже, допустим, совсем наличия нету, либо под вопросом, и оно уже убирается из покупки онлайн. Силиконовый коврик, 99 рублей. Можете сказать, что у тебя, Лёля, и так три коврика, два от Кукпеда, один ты покупала, эти стекловолокно для выпечки. Но изначально я хотела очень силиконовый коврик, но что-то нигде не могла найти. У нас в Ашане видела, но там, знаете, висит такой коврик, вообще без какой-либо пленочки, он уже весь такой обляпанный грязью, не пойми чем, воздухом там каким-нибудь не очень качественным и так далее. Почти 400 рублей. Меня так душит жабы, он там просто коврик. А тут еще вот именно как я хотела со всей этой требухой. Ну, так на картинке, по крайней мере, было. Емкость для специй. 25 рублей штучка, взяла 4. Там можно выбрать крышечку, либо такую, либо другую. Но фишка такая, что вот в онлайне ты, в смысле, в офлайне ты можешь действительно сам выбрать то, что тебе нужно. Также вот можно купить и какие-нибудь эфирные масла, но там, видимо, код в мешке, либо тебе будут перезванивать, уточнять, какое именно масло ты хочешь. Ну, вот по поводу крышечек мне ничего не спрашивали. Меня спрашивали именно то, что вот там цвет не состыковывался с заказом. И, кстати, вообще без проблем я пришла на кассу, спросила. Я думала, там удивляться или что-нибудь такое. Ну, там немножко удивились, но, видимо, уже оповещение было, что вот какой-то заказ есть. Подозвали человека, в человеке мне пришли и пробили на другой кассе и показали кассиру, как это делается на случай, если вдруг кто-то тоже будет что-то заказывать. Просто на листике распечатка и штрих-код, который сканируется, и все на одном чеке распечатывается. Все у меня, кстати, вышло на 508 рублей и 10 копеек. Мне за это зачислилось... дети, бонусы 12.27, 12 рублей 27 копеек. Через 2 недели они будут юзабельные. Сейчас у меня на карте 34 балла. Точнее, 0.34. В общем, 34 копейки, если баллами переводить. Ну, если 1 балл, это 1 рубль. Ну и баллами можно оплатить до 50% покупки стоимости. Термосалфетка, вот 16.60. Губки для мытья посуды, 8 штук, 25 рублей набор. Я в Магните покупаю, я вот уже много всяких разных губок везде покупала, и в Светофоре, и еще где-то, и в Ашане. Вот по размеру они мне не подходили в итоге. И дешевле, и по цене выходило, чтобы можно покупать в Магните. Но тут я посмотрела, они как бы выгоднее купить в фикс-прайсе эти губки. Один человек с двумя аккаунтами очень язвительный комментарий мне писал на мой ролик с моими пустыми баночками, там я что-то упоминала про палочки, которые романтически покупала в фикс-прайсе, мой последний приход туда, не именно вот в этот, кассе подошел и расплатился, а я вообще. Так вот, что-то действительно выгоднее покупать в фикс-прайсе. Такой типа коммент был, что типа кто хоть туда еще ходит? Вот знаете, если существуют какие-то магазины, так же как к блогерам относятся, вообще к авторам, творчеству и прочему. Как нам сказал один наш
с моей знакомой. Любимый препод из общего университета, и она и я там учились в свое время, товарищ Азов. И вообще так говорили некоторые пииты из Ярославля. Ну, в общем, если есть хоть один потребитель к произведению искусства, либо к какому-то продукту, относительно так же к магазину, то значит есть спрос. Так что комменты в стиле «Да кто хоть туда ходит? Я понимаю, что вы злые изначально, либо вас так жизнь помотала. Меня жизнь мотала, я злой не стала». Ну, люди разные. Ну, не надо такие извительные комменты писать. Вот. Я понимаю, что люди такие не встанут на свое, на место себя или на место других и не посмотрят на тебя со стороны, но вот вспомнила я что-то. Короче, губки выгоднее покупать в фиксе, а не в магните. Именно такого формата. Я посмотрела, они по размеру примерно как вот надо. Я купила себе пару, в общем, заказала ватных дисков. Я потом все это покажу, сейчас просто по чеку пробегусь. И те, которые я уже покупала, 27,50, Aura Classic 100 штук, и еще какие-то ватные диски, Котта ватные диски, 55 рублей, там 160 штук. У меня просто заканчиваются, конечно, дешевле, наверное, купить в Ашане, что туда ехать, что сюда ехать, практически одинаково. Но я что-то так подумала, а что бы вот так вот, ну не попробовать какие-то другие еще ватные диски помимо этих. Потом, когда закончатся, снова буду тариться каждодневными дисками в Ашане. Потом мне очень нравится вишневый сок, который продают. Я только там видела, в Фиксе. Маленькая коробочка вишневого сока. Мой нектар, мой вишня. 12,50. Ну вот про диски я сказала. Миска 400 мл, 10 рублей. Я понимала, что 400 мл – это чуть больше моей стандартной ифрашевской классической чашки в 300 мл. Но почему-то на картинке это так большим таким тазиком казалось. Мне тупо надо было что-то, с одной стороны, что-то, в чем можно разогреть, растопить мыльную основу, потом воск этот пчелиный, кокосовое масло, если рукодельное свое вот это буду делать, кому интересно, ссылка в инфобоксе там на всю эту косметику мою самопальную. Если мне это вдруг баночка чем-то не подойдет, мисочка. А так ее покупала, у меня последняя тарелка глубокая, с трещиной оказалась, которую можно, вот советская такая тарелка деревенская, керамическая, которую можно в микроволновку сунуть и что-то типа супа подогреть. И остальные просто плоские. Те, которые глубокие, они вот, ну, не подходят туда ни с какой-нибудь серебристо-золотистой металлической каемочкой. В общем, думала просто что-нибудь разогревать. Ну, вот пришла такая мисочка, я понимала, что там маленькая. На картинке кажется, она большой на самом деле. Практически как тазик. Клейкая лента, то бишь скотч, 25 рублей. У меня есть малюсенький, а большой скотч у меня закончился когда-то. Я все хотела его купить, и руки не доходили. И гели чистящие для мытья плиты газовой, вообще мне надо, в основном было, ну и можно типа мыть духовку, микроволновку и вроде как газовую плиту. В общем, мне надо было что-то, чем можно отмыть духовку, потому что ни фэри, ничего, ничего-то еще такое суперспециальное не справлялись. Я помню, что когда-то, когда вот мы только сюда переехали, еще не, ничего не оплатили, еще просто снимали эту квартиру на правах снимателя с будущим выкупанием этой квартиры, и надо было отмыть плиту, новую, но уделанную. И мне моя тетя давала как раз фиговину какую-то, купленную в Фиксе. Очень хорошо отмывала. С четвертого раза все отмыла. Другое бы, наверное, с десятого. И то не факт. Сушеные бананы 27,50. 70 грамм пакетик. Я сначала думала два пакетика взять, а потом думаю, ну это, посмотрю, как и сычу. Может быть, у них наличие, оно все-таки на выбор есть. Вот так конкретно стоит где-то, что можно купить. Так, и терка шестигранная 55 рублей. У меня есть маленькая терка, которой я тру сыр или шоколад в кашку. У меня есть терка, которая электрическая, изначально ее покупала после того, как потерла морковь до крови своей. У меня была терка, но я ее в основном стала использовать, ну как-то попользовала, подмыла, потереть мыло. Может быть, на камеру терла, может, просто включила камеру, когда что-то свое рукодельное делала. Опять же, это отсылка к ссылке в инфобокс на эту самопальную Лёдькину косметику. Ну и, в общем, та терка у меня подмыла. Но надо все-таки иногда вот что-то по-быстрому потереть и из-за какой-то мелочи собирать эту электрическую терку, которая как бы изначально, ну, она как бы
кухонной компании, там мясорубка, терка, что-то еще. И вот эту терка-мясорубку собирать как-то из одной какой-то мелкой фигни тоже как-то не вариант. И я подумала, что пусть будет терка. Я правда не знаю, что у нее там за 6 граней. И вот это все, что я там закупила. Так, и сейчас я это обозрю. В общем, делайте заказ. Сейчас я даже на мыле-то гляну. Ваш заказ, номер такой-то, созданный, ожидает подтверждения. И вам приходит на мыло вот такая вот, тут, наверное, не увидится, да? Отсвечивает, скорее всего. Короче, картинка. Здравствуйте, Ольга, ваш заказ номер такой-то оформлен и список того, что вы заказали. В количествах и сколько стоит. Ну и вами был указан следующий номер телефона. Пожалуйста, ожидайте подтверждения готовности заказа по смс и e-mail. И итог такой-то 508-10. И нас потом через какое-то время вам перезванивают. Уточните в том случае, если там что-то несоответствие, либо не перезванивают. Потом, значит, сообщение идет на мыло. Вами оформлен заказ в магазине Фикспресс. Я думала, что онлайн надо будет платить. И я, так как в положении лежа была, думаю, надо сейчас за кошельком идти, вспоминать там этот номер карты и все остальное, и вводить эти данные. Оказывается, платить онлайн не надо, предоплаты не требуется. Потом приходит сообщение, в СМС, кстати, тоже это идет, что вами оформлен заказ в магазине Фикспресс, и заказ вас ожидает. И вот после уже идет сообщение, после того, как вы выкупили заказ, что заказ выполнен. На СМС мне пришла. Сейчас скажу, сколько он, кстати, вас может ждать, этот заказ. Фикс прайс. Идет СМС латинскими буквами, но по-русски. В общем, заказ номер такой-то готов и ждет вас по адресу такому-то в такое-то время, значит, до 11 января. Это было вчера. Вчера у нас было 8, то есть 8, 9, 10, 11. 4 дня этот заказ ждет вас, пока вы его выкупите. Если вы его не выкупили, то все товары идут обратно на полки. Сейчас я покажу вам эти товары. Вот эти губки. 8 штук, эффективное очищение для всех типов посуды. Bon Home. Мягкий слой для деликатного мытья, жесткий слой для сложных загрязнений. Предназначен для мытья посуды, раковин, плит, кафеля и других поверхностей. Ну, как обычные губки. 8 штук и, в принципе, по размеру они такие, которыми я обычно пользуюсь. Я, конечно, уже ближе их сравню там дома, в смысле дома на кухне, с той, которая у меня сейчас магнитовская. Ну, вот я смотрю на них, они именно такие, как вот мне нравятся. Очень удобные, хорошие губки. Я считаю, что выгоднее покупать вот губки именно в фикс прайс. Потому что, допустим, где-то около 20 рублей 5 штук стоит магните. А тут у нас 8 штук за 25 рублей. И 40 штук, точнее, пардон, 20 штук те же губок магните стоит большая упаковка, в два раза больше. 44-43 рубля где-то, может даже 45 уже. В принципе, выгоднее в фиксе. Это для тех, кто говорит, что да что в этом фиксе, кто туда ходит. Иногда туда полезно ходить. В общем, тут у меня такая. Там у меня были тогда мандаринчики, но такое все оранжевенькое. Сейчас я гляну. Термосалфетка под столовые приборы. У меня была уже 40 на 28 сантиметров Акича, но у меня была уже как-то салфетка с чайничком и всякой требухой из фикса, которую я покупала как раз, когда тут сюда, по-моему, переехала, уже когда мы, наверное, купили эту квартиру официально. Так, тут у нас помидорки, специи, пицца, которую я что-то в последнее время это вообще не хочу. Корица, палочки, еще какая-то штучка, чесночок, перчик. Вот. Такая вполне себе хорошая салфеточка. Я сначала думала две заказать, но человек, который ходит ко мне иногда на обед, а иногда и с детем на обед, я подозреваю, наверное, не осилит вот это, не поймет приколы этой термосалфетки, потому что есть тубаретка здесь, но мы ее двигаем посередине. Тут же неудобно. Ладно. Коврик. Силиконовый коврик. Вот, кстати, этот коврик ничем не пахнет. Я у них покупала
Формочки силиконовые под кексики. И мне такие же еще Лёлька из Тюмени подарила в последнем ее посылке новогодней. Я писала в комментах, вот те формочки, что я покупала, они очень воняли дикорезиной. Мне человек в комментариях писал, и вот ссылку там, ну не ссылка, но говорила, что видео у нее есть вот такой же коврик. Как она справлялась с этим запахом? Ну, я справлялась в итоге на балкон, просто выставила. Помыла сначала их, а потом все расставила на балконе, на пару суток оставила, как раз холодно тогда было. Снег был за окном, сейчас тоже снег. Ну и у меня запах весь выветрился. И вот благодаря этой девушке в комментах ее обзору на коврик, я узнала, что в Фиксе есть коврики. Так, вот Kitchen, силиконовый коврик для выпечки, 40 на 30 сантиметров. На самом деле он мне большой для моей духовки, но я вот хотела коврик, на котором можно раскатывать. Для выпечки, может, я его как-то сверну или что-то в этом роде. Подходит как для выпечки, так и для заморозки. Выдерживает температуру от минус 40 до 230 градусов, плюс 230. Благодаря материалу коврика выпечка не будет подгорать и прилипать, а равномерно пропечется со всех сторон даже без масла. Не впитывает запах и легко моется и складывается. Специальная разметка позволит быстро определить необходимый диаметр теста, а таблицы мер и весов подобрать правильные пропорции. Вот это я хотела, именно вот эту штуку, которая на нем нарисована. Так, тут у нас как это все делается. Внимание, противопоказано использование в печах с открытым огнем, а также нельзя использовать для нарезки продуктов. После применения рекомендуется мыть мягкой губкой с жидким моющим средством, избегать использования абразивных материалов и жестких щеток, точно так же, как у стекловолокна коврика, также мыть его надо. В процессе эксплуатации может исчезнуть ярко цвета, но это не влияет на качество изделия. Окей. В сентябре прошлого года сделано силикон стекловолокно. То есть у ковриков не бывает совсем силикона. 99 он у нас, вот. Ну, чуть-чуть пахнет, но не так погано, как те штуки пахли. И только вот пока развернула, от самого уже не пахнет. Какой интересный. Хе-хе-хе. Во. Прям мечтай, Лёли. Этот ковричек. Накрывать пока. Закрыну. Так, следующая. Следующая – это как раз та самая мисочка. На сайте оказалась она полупрозрачная. Цвет морской волны, который оказался как бы голубым. Назначение – посуда из пластика, Архимед. Архимед предоставлен, я видела, в Дикси и в Пятерке. У меня даже есть несколько контейнеров Архимеда в разных местах куплено, и в Фиксе, и в Дикси. Сделано в России. И от минус 40 до... плюс 100 градусов. В общем, можно в микроволновку, можно в морозилку, в холодильничек. Вот такая вот мисочка. Замечательная, маленькая. Ну, под небольшую порцию, учитывая, что я сейчас теперь придерживаюсь снова, как раньше, 5-6 раз в день по чуть-чуть еды. Благодаря моей покойной бабусе у меня это не получалось. Потому что были всякие скандалы, что я ем меньшее количество, чем она хочет в меня впихнуть. У нас тут мелкая терка. Вот эти я вообще не представляю, зачем. Ух ты, какая интересная терка. Двойная средняя терка. У меня такая только одинарная терка, как раз вот ручная, вот, ну, сыр тереть. Какая-то ребристая терка. Люди, кто знает, дайте знать в комменты, что это. Обычная терка. И крупная терка. Ну и такая вот тут интересная ручка. Тут еще вот эта хренотенина. О, Kitchen. Терка шестигранная. 20,5 сантиметров на 11. Цена товара 55 рублей. Вот терка у нас тут. Штука, ради которой все замутилось. Санитарий, формула, антижир с расщеплением жира, гель, средство для чистки плит, микроволновых печей, посуды, кафельной плитки. Расщепляет жир, копоть, нагар, удаляет пригоревшую пищу. 500 грамм. Вот, штучка такая. Бананы сушеные производятся с 1966 года. Состав сушеные бананы. 70 грамм. Сделано 5 сентября прошлого года и до 22
года. Короче, тоже 5 сентября 22-го. 20-го, 21-го, 22-го. 3 года могут жить. Вполне себе бананы, судя вот по тому, как их видно тут немножко. С чаем схомячу с удовольствием. Буду знать, что в Фиксе можно купить бананы. Сок мой любимый. Вишня мой. С трубочкой. Ой. Сделано у нас 27 октября прошлого года и до того же дня, месяца 20 года. То бишь, надо его выпить. Но я думаю, что я его сегодня, наверное, сделаю. Скотч. Обычный скотч. 25 рублей. Хороший скотч. В магните у нас чуть подороже. Или даже, может, прилично подороже. Ватные диски Aura Classic. Я их уже там покупала. И я показывала их в пустых баночках, возможно. И даже так обозревала при покупке, когда вот чисто делала в фикс-прайсе покупку. Как бы такие интересные прошиты с двух сторон напоминают, будто две тряпочки, а внутри мне хватка. Котте. Стофтке. Выгодная упаковка. 29 октября прошлого года созданная. Ватные диски с витаминным комплексом АЕФЭ. Ёшкин кот. Эффект прошитого края. 100% хлопок. Вот такие ватные диски. Поюзаю, посмотрю, что и как. Тут линия, видимо, надо вот это отрезать, затянуть. Я уж не знаю. И дальше пошло. Я очень хотела какие-нибудь коробочки под специи. Я думала, что мне подарят, но мне подарили в итоге баночки под соль и сахар. Я сегодня вот убиралась, в 6 уснула, в час ночи проснулся. И до 6 утра шарахалась по кухне. Блин, и свояла. Внутри стола. Немножко на кухне убралась. А тут соль пересыпала в баночку, вторую, в одной сахар. Вот у нас такая баночка, емкость для специй. Там тоже можно выбрать цвет, в принципе. Она похожа на эти коробочки Тик-Так, которые вот я когда мелкая была в детстве, они только появились. Точно вот так же сделана, только в разы больше, наверное. Вот. У меня даже есть специи, которые я как раз уже думаю туда переложить. Один коробочка. На сайте более яркий цвет, на самом деле этот зеленый. Другой коробочка. Я думаю, что они все с одной дырочкой. Там было 5 или 6 дырочек, и вот такая дырочка. Но я что-то как бы, так как не было возможности выбрать именно с дырочками, я думала, какая будет. Ничем таким не пахнет. Так, и последнее. Хорошо, что я с собой вчера брала специально пакет с магнитом. Ну, в общем, пакет там не дают, если вы как бы покупаете. Как ее, правда, тут вот вскрыть? А, вот, я нашла, как вскрыть. Чтобы засыпать. Сейчас пока вскрываю, она нафиг сломается. А нет, все нормально снялось. Вот крышечка, вот коробочка. Ну, тут можно, наверное, это как-то отсобачить, но у меня всегда плохо с отсобачиванием не наклеек. И всегда что-нибудь остается, и там мне до сих пор кто-то переживает, что так и не сняла наклейку с крышки, купленной в этом в Ашане. Серии каждый день не снимается она. Можно снять, но будет еще хуже. Так что пусть она есть. Одна же сама отвалится. В общем, вот 4 баночки под специи. Я изначально, конечно, немножко другие представляла себе баночки под специи, но как-то, раз никто не подарил и не прочитал мои мысли, а другие как бы именно так, как я бы хотела, просто я не видела, вот эти больше подходят под то, что я бы хотела, то почему бы и нет, хорошие баночки под специи, по 25 рублей штучка. В общем, вот у меня такой обзор заказа онлайн с фикс-прайса, с интернет-магазина фикс-прайс. Если вы делали заказы с интернет-магазина фикс-прайс, поделитесь своим мнением в комментах. Впечатлением тоже поделитесь. И всем спасибо за просмотр. Пока!